Всем шалом! С вами Леви Харпатин, и это наша с вами рубрика «Мудрость Торы на каждый день». На Бога надейся, но и сам не плашай. Дождь шел 40 дней, после чего земля была покрыта водой еще 150 дней. Спустя еще 60 дней Ноах выпустил голубя, чтобы проверить уровень воды на земле. На Бога надейся, но и сам не плашай. И было по окончанию 40 дней, открыл Ноах окно ковчега и выпустил ворона. Как сказано в Торе, Ноах не покидал ковчег, пока Всевышний не позволил ему это сделать. Муки изгнания подобны потопу, как в случае с потопом Бог может положить им конец. Тем не менее, мы, подобно Ноаху, должны всячески приближать избавление, стремляясь к нему и делая все, чтобы оно наступило как можно быстрее. Благодарю за прослушивание. С вами был я, ваш спикер платформы «Вайкра» Леви Харпатин. Удачной всем недели!